Всем привет, и сегодняшнее видео о том, что я привезла из Праги. Первым пунктом идет обувь, знаменитая чехословацкая обувь фирмы Батя. Вот такие вот коричневые ботильончики. Этот обувный магазин находится в центре Праги на Вацлавской площади. Многие говорят, что эта обувь неубиваемая. Посмотрим, как она будет в носке. И следующим пунктом у нас идут джинсики. Купила обычные синие скини фирмы Next. Очень хвалят эту фирму. Тоже попробую. А вы тоже привозите магниты из поездок? Ну и подарок самому родному человеку, моей мамочке. Такие вот серьги из Влтавина. Эксклюзивный камень, продается только в Чехии. Вот такие вот красивые сережечки. Надеюсь, тебе понравится и будешь носить их с удовольствием. Напоследочек вот такой палантинчик прикупила. Да, сейчас все в таких ходят, инкубатор, но он правда классный. Цвета такие теплые, холодные, серый, розовый, бежевый. То есть подойдет под много вещей. Я довольна.